девятый кюр. Десятый кюр внизу мы с вами делали, потому что вверху девятый кюр. Два момента очень важные. Когда руки вверху схватили, раз, скрутились учулка. Видите? Вот встали, раз, руки скрутились, схватили учулка. Вверху схватили, раз, скрутились учулка. Видите? Вот встали, раз, руки скрутились, схватили учулка. Посмотрите, раз, рука вперед, нога уходит. Нога, которая, рука будет впереди, нога будет тоже впереди. Видите, раз, учулка, майгери, сейчас вперед погромче. И уже, знаете, за руку схватили. И рука вперед, нога уходит. Нога, которая, рука будет впереди, нога будет тоже впереди. Видите, раз. Учука, майгери, шахтеру погромче. И уже сзади за руку схватили. И бросок. Ногота. Вот составили ичи. Рука вперед, нога вперед, блок. Учука, руку схватили, майгери, ногота. Ногу ставите рядышком. Агучи подошли, руку схватили к себе и бросок. Нога ищи, рука вперед, нога вперед, блок. Учука, руку схватили, майкеры, нокота. Ногу ставите рядышком, агучи подошли, руку схватили к себе и бросок. Ну-ка, попробуй, быстренько это сделаю.